Итак, ребята, заканчивается наш поход, к сожалению. Но сегодня нам несказанно повезло. Поймали 7 штучек, да, Люда? Да. 7 рыбочек поймали. И вот готовим такую вкусняшку. Будем надеяться. Будем надеяться, что вкусненько. Тут коризок у нас лежит, картошечка. С маслицем. Да, с маслицем. Сейчас мы упакуем это хозяйство все. И будет вкусно нафиг. Вот сюда положим. И на угли. Будет здорово. Да, Людмила Николаевна? Ну, посмотрим. Это шеф-повар. Самый главный. Главнюк. Главнюк. А ягод-то сколько собрала? Литров 20, слушай, да? Ой, блин, слушай. 30 литров. 30 литров, да? Да. 30 литров черники. Во, погуляли, да? Поработали. И погуляли. Лично я работала. Не помню, чтобы гуляла. Ну, все когда-то бывает первый раз. Ну что ж, всем приятного аппетита и нам тоже. Нам еще ждать целый час. Ну ладно, всем пока-пока, ребята. С вами Владимир Жуков был, ну и жена Людмила Николаевна. Пока-пока. Так, ну 30 минут прошло, ребята. Давайте посмотрим, что у нас тут получилось. Получилось ли? Да. Горячее, наверное. А ну-ка. Так, вкусняшка. Мама, ням-ням. О, точно. Сейчас ножик достанет. Каким путем пойдем? А ну-ка, что там у нас? О, да. А ты разрезай. Еще так вот. Все? Все. Так, ну картошка вроде готова. Готова? Вроде бы. Укропчик бы. Сейчас на огород схожу. Ёлка. Укропчика возьму. Не видно ничего. А, точно. О, дастишь, фантастишь. Я с тобой дружу, Люда. Правильно. Это правильно. А где харчеваться-то? Вкуснятина. Слушай, ну все, пропеклось. Да ты что? Да. О, блин, удачненько. Ну нам еще одну сделать с тобой, да? Слушай, четвертую. Ну и делается она вот горячая. Ну сейчас я решетку туда переставлю. Долгая история. Ну как-то вкус. Ну, соли маловато, как да, обычно. Да ты что? Ты меня не любишь и не жалеешь. И денег на бутылку не даешь. Бутылочка вина. Ну ладно, здорово, слушай. Все, иди за вилкой. О, все. Ну, приятного аппетита всем, ребята. Мы будем кушать. О, да. Чудо!